Привет! Сейчас расскажу вам, как раскрутить свой канал, а именно получить множество подписчиков и просмотров. Хочу обратить ваше внимание на то, что это будет не какая-то накрутка, а именно реальная раскрутка канала. У вас не будет каких-то фейковых подписчиков, как обычно бывает от сервисов накруток. Здесь все по-честному, и здесь именно раскрутка канала. Я покажу вам два способа. Эти два способа отличаются друг от друга, так что досмотрите ролик до конца, это того стоит. Итак, начнем. Совсем недавно появилась новая социальная сеть, наподобие ВКонтакте или Фейсбука. В этой сети тоже есть аккаунты, стена, группы, добавление видео, аудио, ну и все остальные атрибуты любой социальной сети. Но тут есть одно весомое отличие. В этой сети есть специальная функция, которая позволяет раскручивать свой YouTube канал. Ну и также свои ролики, конечно. В общем, начнем. Эта сеть называется Калиостро. И тут существует два способа раскрутки своего канала. То есть привлечение подписчиков, продвижение своих роликов. Давайте я сейчас зарегистрирую новый аккаунт и наглядно покажу вам оба способа раскрутки. Итак, давайте зарегистрируемся, и я вам покажу, как раскручивать тут канал. Вот сама социальная сеть Калиостро, ссылка на регистрацию находится в описании к этому ролику. Так что регистрируйтесь смело, вам это ничего не будет стоить. Вот здесь нажимаем регистрация, и тут вам социальная сеть дает выбор, как зарегистрироваться, по e-mail или через аккаунт ВКонтакте. Ну, в принципе, особой разницы нету, потому что если вы зарегистрируетесь через контакт, то вам придется в любом случае потом вносить свой email. И то же самое, если вы зарегистрируетесь по email, потом надо будет привязывать контакт. Ну, давайте зарегистрируемся по email. Здесь вносим ваше имя и фамилию. Ну, естественно, вы можете вносить любое, то есть на ваше усмотрение, можете реальное, можете нереальное. То есть это так же, как в, ну, так же, как ВКонтакте, вы кто-то вносит свои реальные данные, кто-то нет. Ну, давайте я, так как это у нас аккаунт тестовый, я придумаю какое-нибудь имя, фамилию. Вася Пупкин, можно, ну, наверное, пишу тестовый. Так. Следующий шаг, нажимаем выбрать пол, нужно загрузить аватар, ну можно в принципе любую картинку или вашу реальную фотку или любую другую картинку, это тоже особо значения не имеет. Вот я аватарку загрузил, нажимаем следующий шаг. Теперь нужно указать электронный адрес, вносим его, вписываем, вносим. Теперь придумываем пароль. И нажимаем отправить. На указанный электронный адрес выслан код для завершения регистрации. Заходим на почту. У нас тут письмо на почте. Копируем код. И вставляем тут. И нажимаем отправить. Вот в принципе и все. Мы зарегистрированы. Теперь нам нужно немножко настроить свой аккаунт, чтобы дальше раскручивать наш канал. А вот здесь в этом месте я это скрою, но здесь вот просто вы увидите аккаунт человека, который вас пригласил, в принципе, в эту социальную сеть. Теперь нажимаем настройки, и вот тут вот есть такие поля, где привязать страницу ВК, привязать группу ВК, привязать пост ВК. То есть это в принципе то, что вы хотите раскручивать. Вот, ну, у нас интересует аккаунт YouTube, мы будем раскручивать канал YouTube. Так, давайте для начала привяжем страницу в ВК. Теперь тут вот нужно привязать аккаунт YouTube. Нужно, чтобы ваш почтовый ящик Gmail был открыт у вас в какой-то вкладке. Ну и сам YouTube. И вот просто здесь нажимаем привязать аккаунт YouTube. Открывается окошко. Нажимаем разрешить. И вот наш аккаунт Google успешно привязан. Теперь нам нужно привязать канал. Мы просто переходим на свой канал, берем на него ссылку и вот тут вставляем. И нажимаем привязать. Вот и все, наш вот канал привязан, все отлично. Теперь, в принципе, приступаем к раскрутке самого канала, то есть к привлечению новых подписчиков. Переходим вверх.
видим здесь кнопку ротация, нажимаем, и нас интересует YouTube. Открывается опять окно, мы подтверждаем канал, просто нажимаем на него. Итак, теперь переходим вниз по странице и смотрим, здесь есть вот каналы, на которые нам нужно подписаться. Делается это очень просто, нажимаем вот тут, видите, появилась галочка, значит, все хорошо, теперь нажимаем проверить. Вот у нас этот канал, который мы только что подписались, исчез, и вот сдвинулось вверх, как бы вот это вот, список сдвинулся вверх. И теперь делаем то же самое. Нажимаем проверить. Вот опять у нас канал исчез, тот, который мы хотели, ну, который мы подписались, и появился новый, так сказать, подвинулся вверх. В общем, я не буду показывать, как я подписываюсь на все 20 каналов, я просто это все дело ускорю. И также один маленький момент, чтобы нормально это все корректно работало, пользуйтесь браузером Google Chrome. Там все работает четко и все нормально. Вот, в общем, продолжаем и подписываемся на остальные каналы. И вот у нас осталась последняя подписка. Кстати, еще один момент, если вот здесь вот будет какая-нибудь ерунда, то есть ошибка какая-то, ну, люди бывают неправильно там вписывают свой канал, можете просто нажать пропустить, и все, в этом нет ничего страшного. Подписываемся на еще один канал. Вот, в принципе, и все, мы ротацию прошли, я там один канал пропустил, когда подписывался. Вот, в принципе, у меня 9, ну вот здесь видите, написано 19, значит, я получу 19 подписчиков в ответ, то есть ротацию прошел, и я получу 19 подписчиков на свой канал совершенно бесплатно. Это не значит, что вы прошли ротацию и все, и больше нельзя. Вот мне опять уже доступно для подписки еще 20 каналов. То есть, если я сейчас на них подпишусь, то у меня здесь добавится еще 20 каналов. То есть, я получу еще 20 подписчиков на свой канал. То есть, теперь мой канал вот в эту вот цепочку будет добавляться. И на него будут подписываться люди. Люди, естественно, будут подписываться настоящие, а не какие-то там фейки, как идет там во всяких накрутках. То есть это на вас будут подписаны реальные каналы с реальными людьми. Кстати, второй способ, который я вам покажу, как раскручивать канал, он будет без вот этой вот ротации, если вам не хочется подписываться. Так что смотрите дальше ролик. Теперь давайте посмотрим, как же здесь можно тоже абсолютно бесплатно раскручивать любой свой ролик. Давайте опять же зайдем в ротацию. Давайте, вот репосты ВК. Почему репосты? Это именно тут нужно сделать репосты на свою стену. И соответственно люди будут делать репосты на свои стены того, чего вы захотите. То есть, что мы делаем? Мы берем наш любой ролик из YouTube, размещаем у себя на стенке ВКонтакте, прямо на своей стене. Берем ссылку на этот пост и привязываем его в социальной сети Калиостро, и люди будут репостить этот наш пост с нашим роликом на свои стены. То есть таким образом мы получаем раскрутку, то есть многие люди увидят наш ролик, да, потому что они на свои стены, у них есть куча друзей, которые увидят этот ролик. И тут еще очень хороший момент, что когда ваш ролик репостят множество людей, он очень хорошо начинает индексироваться в поисковиках, там в Яндексе, в Гугле. То есть чем больше людей сделают репост вашего поста с вашим роликом, то есть как можно больше где-то в сети появляется ссылка на ваш видеоролик, тем лучше начинается индексация поисковиков, и то есть ваш ролик в поисковиках очень хорошо ищется. Так что это очень классная вещь. Чтобы сделать репосты, то есть мы привязали свой пост у себя в кабинете, но это сделайте сами, это очень просто. То есть ссылку на пост просто вписывайте, так же как мы аккаунт привязывали, и все. Вот, теперь делаем репосты. Просто мы переходим, вот здесь есть ссылка, и теперь нам нужно сделать репост вот этой вот записи человека на свою стену.
В общем, вот так. До конца я репосты делать не буду, потому что все-таки этот аккаунт тестовый. Вот, а вам нужно сделать 20 репостов. Вы их можете на самом деле делать больше. То есть чем больше вы сделаете репостов, тем больше вы этих репостов получите в ответ. То есть ваш пост ВКонтакте, на котором будет ваше видео, будут репостить другие люди. То есть кто-то будет по ним переходить, смотреть ваше видео. Плюс, как я и говорил, это дает хорошую индексацию для поисковиков. Вот я вам и рассказал о первом методе раскрутки своего канала и своих видео. То есть этот метод простой, он вам ничего не будет стоить, все работает, все прекрасно. Ссылка на регистрацию в описании, переходите, регистрируйтесь и начинайте раскручивать свой канал. А сейчас я вам расскажу о втором методе, он намного интереснее, там нет никаких ротаций и всего остального, там все намного круче, все происходит быстрее, там больше подписчиков, больше возможности рекламировать свой видеоролик. Чтобы узнать о втором методе, перейдите по ссылке в описании, там увидите ссылочку на видео на второй метод. Он намного интереснее, как я и говорил, там не будет никакой ротации и всего остального, все намного интереснее.